Османголда забанили временно на Твиче за то, что он обосрал палестинцев. Че за хэ, Осмон база? Ну, вот теперь можно говорить, что Осмон база, потому что он потерял Твич-канал за свои убеждения, и эти убеждения были базовыми. Ну, типа, он за Израиль, я так понимаю, да? Дони Шари, $2.5. То есть, бан за это? Что случилось, что год назад Twitch банил грушу, а сейчас вот это? Будь аккуратен на этой помойке по четвертой. Да, спасибо, как бы. Thanks for the heads up. Это с монгол в душе не ебать, что такое геноцид. Да не, он правильно говорит. То есть, он правда, это списывает на законы шариата. То есть, тут он перепутал. Но геноцид... он так или иначе включен в слоган From the River to the Sea, если подумать. Потому что что такое From the River to the Sea? Да? То есть это слоган за то, чтобы от реки Иордан до Средиземного моря, значит, земля, дескать, принадлежала бы только арабам. Вопрос: а куда в этой пикче деваются евреи? Ответ. Ну, как бы. Ну, вы поняли. Я только что сказал, что евреи геноцидят арабов. Охуенно правильно говорит, именно этим Израиль и занимается. А... Он не сказал то, что евреи геноцидят арабов. Ты троллишь, что ли? Я даже перемотаю, блядь. Чувак, ты троллишь, что ли, блядь? А, кстати, да, чисто логически сейчас следует, что он сказал, что Израиль геноцидирует палестинцев таким образом. Но ты на общий посыл посмотри. Нет, тут он не прав. Если бы у них были бы такие же средства, как у Израиля, они убивали бы больше. Хованский, кстати, прямо на стриме с Кашиным прямо сказал, что полностью будет с евреями, главное, чтобы арабы очередной школ сделали. Ну, нормально. Ну, я не удивлен, что ему Twitch пи***нули, на самом деле. Я же говорю, он долб***, он, сука, никогда не понимает, о чем он говорит, при этом постоянно пиздец, от этого у меня и горит с***ка. Чувак, ну в этом видео он как бы сказал, что у них культура отсталая, и что как бы то, что их палестинцев, то бишь, бомбят, это как бы нормально. То есть, ну, понятное дело, что человек не интеллектуал, но его сердце на правильном месте.